море, пляжи. Чуть-чуть отъехал от города, там вообще Мальдивы начинаются, да? А давайте сделаем так, чтобы лето наступило, а? Вот я немножко согрел вас, мы вас немножко согрели в начале концерта. Есть такая народная владивостокская песня, вот, она вызывает лето. Вы знаете ее, нет? Ее сочинил, кстати, уроженец города. Вот, Олег Чубыкин, знаете такого, нет? Знаете, да? Ну вот, да. Вот. И недавно он с панского плеча нам подарил одну песню. И эта песня непростая, она вызывает лето. Но если, конечно, очень сильно попросить его вернуться, то оно вернется, оно придет к нам вот прямо сейчас, в ноябре месяце. Готовы? Очень просто это нужно сделать. Приветствуем лето очень громко, очень отчетливо, очень кратко. Вот так вот. Ху! Вот, хорошо у вас получилось, а у вас не очень как-то, вот, наверное, живете лишнего. Ху! О, тоже неплохо. Так, давайте теперь по-другому немножко. Я спою, а вы приветствуете. Здравствуй, лето! Надо же, действительно, владивостокская песня. Здравствуй, лето! Ну все, даже ничего добавлять не надо. Поехали, вызываем лето! Здравствуй, лето! Солнечный тепло нашей жизни, наши мечты. Здравствуй, лето, танцы под дождем, мы прокатимся, значит, до рассвета. Все вместе! Здравствуй, лето! Она вернулась, у нас уже жарко становится, жарче. Лето — это хорошо, солнышко нас сегодня во Владивостоке встретит. Да, но самое-то главное солнышко вы знаете какое, да?
Знаете, нет? Это не то, которое в небе болтается и светит. Самое главное солнышко у нас в жизни – это персональное солнышко. Это самые близкие люди, которые светят для нас каждый день. Да? Есть такое у вас солнышко, люди? Нет? Поднимите руки, у кого есть персональное солнце в жизни, которое вас греет? И днем, и ночью, и зимой, и летом. Может, у кого-то муж, у кого-то жена, у кого-то любовник, любовница. У кого-то ребеночек, в конце концов. А поднимите руку, у кого такие люди есть? Ну что ж, мы попали в счастливый зал. Мы попали в счастливый клуб, в счастливый город, где люди. Давайте для них песенку споем для этих хороших людей, а?